Известная испанская модель и актриса Алала Оливерес кардинально изменила свой внешний вид и образ жизни. В самый разгар успешной карьеры красавица из Галисии надела синее монашеское одеяние и примкнула к монашескому ордену Святого Михаила. Свое решение изменить жизнь Оливера связывает с посещением святилища Богоматери в португальском городе Фатима. Несмотря на то, что она неохотно говорит о себе, Оливерес рассказала журналистам, что в период поездки, несмотря на успешную карьеру, она чувствовала себя глубоко несчастным человеком. Позже она постоянно представляла себя в одежде монахини и пыталась выбросить эту абсурдную идею из своей головы. Но потом, после консультации с католическим священником в Мадриде, она поняла, что Бог призывает ее. «Господь никогда не ошибается. Он спросил меня, готова ли я следовать за ним, и я не смогла отказаться», – сказала Оливерес. 4 года бывшая модель молчала и только сейчас решилась дать интервью. Сегодня ее называют сестра Олала дель Сиде Мария. Оливерес не единственная бывшая модель, которая решила стать монахиней. В 2005 году сестра Амада Роза Перес оставила карьеру колумбийской модели ради жизни и работы в религиозной общине. «Я хочу быть образцом истинного женского достоинства, а не примером того, как женщин используют в коммерческих целях», сказала она в интервью журналу «El Tiempo» в 2010 году.